Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Карпинская. Мы находимся в Переславле-Залесском. Идем к тому месту, где находится памятник Александру Невскому. И здесь церквушка, здесь он родился. И поэтому получить благословение Александра Невского от его духа — это очень великая, я считаю, награда. И мы сегодня сюда идем не просто так, а мы идем с одним юным человеком, молодым, для того, чтобы он тоже, чтобы он прикоснулся к этому, и чтобы дух Александра Невского благословил бы его на дела важные, потому что именно он, его зовут Вадим, взял на себя ответственность осуществлять мою программу «Детское государство». Ну вот Александр Невский. И вот церковь. Я сейчас хочу снять все, что здесь находится. Итак, мы в Переславле-Залесском снова, который раз. У меня уже это любимое место. Вот он, памятник. Александр Невский. Он прямо видит, у него прозревают глаза. Прекрасно. Какой удивительный город. Здесь монастырь находился, там дальше мы проехали, Ивана Грозного. И он сюда приезжал, когда ему было плохо, и укрывался со своей семьей. Здесь первые войска Петра I. И здесь родился Александр Невский. Здесь находится синий камень. И здесь столько всего. Здесь живое озеро. Тут только что мне рассказали, что один молодой человек, что он ходит на это озеро, он знает, что это озеро живое, природное, таинственное, с двойным дном, что это портал в другой мир. И он потерял эхолот, а там 25 метров глубина, и он попросил озеро вернуть ему, потому что это стоит денег. И природа матушка и озеро вернуло ему эхолот. Ну вот Александр Невский. Он даже живой памятник, я это вижу, он смотрит. С вами была Мария Карпинская. Это последняя передача об Александре Невском из Переславля-Залесского. До свидания.